Автопатруль. Малыш Мэтт, малыш Джереми, что вы делаете на улице так поздно? Сейчас же сочельник, вы должны быть дома и сладко спать. Да, ребята, отправляйтесь по домам. Санта не приедет, пока все малыши не заснут. Чего вы так веселитесь? Эй, что это такое? Ничего себе, что происходит? Вы установили ловушку для Санты и поймали его? Ох, малыши, кажется, это не Санта. О, нет. Гела, ты попалась в ловушку для Санты. Ты в порядке? Ты не можешь выбраться? Малыши, вы и так достаточно уже натворили. Езжайте-ка за автомобильным патрулем прямо сейчас. Эй, ребята! Малыши установили ловушку для Санты. Что? Нет, нет, все нормально. Санту они не поймали. Но они поймали вертолет Гелу. И теперь она застряла и не может выбраться. Вы поможете ей, автомобильный патруль. Так, малыши, покажите ребятам, где Гела. Вот она. Все будет хорошо, Гела. Гектор поможет тебе снять ловушку. О нет, ловушка слишком тяжелая для Гектора, и он не может ее поднять. Возможно, ты сможешь стянуть ее с крыши? Это хорошая идея, Мэтт. Но было бы намного проще, если бы крыша была скользкой. О, верно! Фрэнк может полить крышу водой, и она превратится в лед, а затем сеть соскользнет. Вперед, Фрэнк! Хорошо, что сегодня так морозно. Гектор, попробуй-ка еще раз. Все еще слишком тяжелое. Малыш Мэтт, куда ты едешь? О, ты нашел веревки! Гектор может привязать веревки к ловушке, а Мэтт и Фрэнк смогут ему помочь? Какая замечательная идея, малыш Мэтт! Так, Гектор, привяжи ими ловушку. Отлично! А теперь, Мэтт и Фрэнк, приготовьтесь тянуть. Раз, два, три. Она двигается. Не останавливайтесь, ребята. Наконец-то. Мы освободили Гелу. Ребята, можете прекращать тянуть. Отлично справились. Ты в порядке, Гела? Ты думаешь, это было забавно? Ну что ж, ладно.
потому что Мэтт думает, что это было совсем не смешно. Вам следует извиниться перед Гелой, малыши. А теперь вам нужно отправляться спать. Сочельник же. Гектор, ты считаешь, что Геле нужно согреться? Горячим шоколадом? Оу, с тобой? Я думаю, Гела совсем не против. Веселитесь, друзья. И счастливого вам Рождества. Автопатруль. Привет, ребята! Какой чудесный день для поездки на пляж! Ух ты, Бобби, это великолепно! Эй, Гектор тоже здесь! Привет, Гектор! Ты прилетел посмотреть на представление? Ого, он собирается еще раз прыгнуть! Только взгляните на него! Ой-ой, Бобби застрял! Не волнуйся, Бобби, мы тебя вытащим! Хорошая мысль! Тебе стоит полететь за остальными членами автопатруля! Поторопись, Гектор. Эй, ребята! Бобби попал в аварию. Он застрял в камнях. Вы не могли бы ему помочь? Отлично! Вперед! Поторопитесь. Друзья, не волнуйтесь. Автопатруль быстро решит эту проблему. Твой бронзбойт очень мощный, Фрэнк. Это должно сработать. О, нет. Это была хорошая попытка, но Бобби все еще там. Что теперь делать? Отличная идея. Нужно убрать один из этих камней, и Бобби сможет освободиться. Гектор, ты можешь использовать свой крюк? Это кажется сложным. Не волнуйся, Гектор. Сделай еще одну попытку. Превосходно! У тебя получилось! Теперь тяни его, что есть силы. Получается, Гектор! Камень сдвигается!
Хоу, и Мэтт тебе помогает. Не волнуйся, Бобби, скоро тебя освободят. Хорошо, с помощью Фрэнка у вас точно получится сдвинуть этот камень. Ты готов, Фрэнк? У тебя получается! Ух ты, невероятно! Молодцы, автомобильный патруль! У вас получилось! Вы спасли Бобби! До свидания, друзья! До новых встреч! Автопатруль. Привет, Билли, как дела? Билли, ты потерялся? Не волнуйся, я позову кого-нибудь спасти тебя. Оставайся здесь. Мэтт! Эй, Мэтт! Бульдозер Билли потерялся. Нам нужно найти его. Мне кажется, нам нужен будет помощник, Мэтт. Давай позовем Фрэнка, пожарную машину, чтобы он нам помог. Эй, Фрэнк! Не хочешь нам помочь найти Билли? Он потерялся. Так, с чего начнем? Ты прав, Мэтт. С утра Билли поехал проведать Эмбер, машину скорой помощи. Поехали к ней. Эй, Эмбер, я слышал, Билли ездил к тебе этим утром. Ты не знаешь, где он? О, он поехал на ферму? Давайте же посмотрим там, друзья. Спасибо, Эмбер. Мэтт, Фрэнк, смотрите, это трактор Бен. Эй, Бен, ты не знаешь, куда уехал Билли? Ты сказал в лес? Хорошо, ребята, поехали туда. Постарайтесь не потеряться в лесу, друзья. Билли, где ты? Было бы здорово увидеть его отсюда. Что это, ребята? Вау, камера, отличная идея. Давайте узнаем, получится ли нам разглядеть Билли. О, вот же он! Это Билли! Чуть дальше по дороге! Mm-hmm.
Билли, теперь ты спасен. Мэтт и Фрэнк здесь. Чудесно, друзья! Вы спасли Билли! Поезжайте домой аккуратно и еще раз всем спасибо! Автопатруль. Ой-ой-ой, похоже, с Пикл что-то приключилось сегодня. Привет, Гектор. Что ты там заметил? Пикл, кажется, заблудилась. Эй, привет, Пикл! Гектор видел, как ты ездишь по всему городу. Что случилось? Ты заблудилась, когда доставляла материалы для строительной бригады? Все дорожные указатели показывают неправильные направления? Поезжай за Гектором в штаб автопатруля, Пикл. Нужно обязательно рассказать об этом Мэтту и Фрэнку. Мэтт и Фрэнк, вы нам нужны. Гектор нашел Пикл. Она заблудилась в автомобильном городе. Похоже, у нас проблема с дорожными знаками. Гектор говорит, что он сможет показать Пикл дорогу к стройке. А вам, ребята, нужно расследовать дело с запутанными дорожными знаками. Что ты увидел, Мэтт? Пикл была права. Кто-то развернул дорожные знаки вверх ногами. Указатель на больницу показывает тоже в обратную сторону. Тебе лучше отправиться к Фрэнку и выяснить, кто переворачивает дорожные знаки. Мяу.
Фрэнк заметил кое-что подозрительное. Да это же проказник Тайлер, и он только что перевернул знак вашего штаба. Похоже, у автопатруля есть план, как поймать Тайлера. Да-да, Тайлер, мы видели, как ты переворачивал дорожные знаки. Ага, теперь тебе не сбежать, Тайлер. Отличная работа, ребята, вы молодцы. А что касается тебя, Тайлер, теперь ты долго будешь смотреть только на знаки внутри штаба патруля. Ну вот и все, друзья, скоро увидимся снова. Автопатруль. Эй, Харви, что ты делаешь? Едешь на поле посмотреть, как там твои прекрасные цветы, которые ты посадил? Отлично, едем с тобой. Что случилось? Твои цветы! Кто мог сделать такое с ними? Что ты собираешься предпринять? Позвонить в автомобильный патруль и найти преступника, который все это сотворил? Ребята, у нас проблема. Кто-то выкопал все цветы Харви. Вы не могли бы помочь ему найти преступника, который сделал это? Отлично, поехали. Нам очень жаль твои цветы, Харви. Давай-ка посмотрим, может быть, остались какие-нибудь улики. Эй, ребята, Мэтт что-то нашел. Кто бы это ни сделал, он оставил тут следы. Если мы поедем по ним, то, возможно, найдем преступника. Лили! Неужели это ты выкопала все цветы Харви? Смотрите, кто здесь, ребята. Я думаю, Лили хочет нам кое-что сказать.
Ты потеряла свои бусы на поле у Харви. И выкопала все цветы, пытаясь их найти. Нам очень жаль, что ты их потеряла. Может быть, автомобильный патруль поможет тебе найти бусы? Эй, Лили! Отличная работа, Мэтт! Но нам нужно что-то сделать с цветами Харви. Превосходно потрудились, автопатруль. За один раз вы решили сразу две проблемы. До новых встреч, друзья!